Мангистау в этом году может стать вторым экибастузом. Так ли это? Нет, конечно, так как экибастуз у нас на севере, Актау у нас находится на юго-западе, можно сказать так. Погодные условия разные. Ну, если реально подходить к делу, то мы ежегодно готовимся и готовим свои оборудования, и вспомогательные оборудования, и основные энергетические оборудования готовим к подготовке к отопительному сезону, к зиме. У нас как бы круглосуточные идут подготовки, идут ремонты, ремонтные работы. Так что можно сказать, что вторым экибастузом Актау не будет. То есть Актау может повторить судьбу экибастуза? Нет, Актау не может повторить судьбу экибастуза только в части этого. Экибастуз все-таки, когда там вывалились котельные, остался город без тепла. Здесь мы можем остаться без тепла, без воды, без электричества. То есть вообще без всего? Поскольку МАЭК – это сердце региона, единственный источник электричества, тепла и воды.